Hello, laba diena Lietuvos gyventojai. Здравствуйте, буду говорить на универсальном языке, на русском языке, потому что вся Прибалтика понимает по-русски. И тем более предназначена не только для Прибалтики, но и для русского язычного населения Европы и Российской Федерации, также для жителей американского народа, который понимает на русском языке. Это мой пятый видеофильм о президенте Трампе. Сегодня, 2 часа назад, мой особенный единомышленник Дональд Трамп стал 45-м президентом Америки. Почему единомышленник особенный? Потому что я за его действием наблюдал 10 лет. Он банкротировал и поднимался в высшем уровне. Вел хорошие телешоу, жесткие передачи. Я работал с его людьми в Европе на маленьком консультативном уровне. И, бывая в больнице, когда шли выборы Америки, я единственный из всей Прибалтики писал в газетах, в комментариях Литвы, что президентом будет не эта баба, извините, а именно особенный предприниматель Дональд Трамп указал причины, что особенно испортится отношения с Китаем. И писал, что особенно улучшится отношения с Российской Федерацией. Также говорил и Жириновский. Поэтому я единственный в своей Прибалтике открыто писал, что будет именно Дональд Трамп. Я нажил много врагов. Не унижали даже родственники, понимаете? Так, дело в том, что я в детстве, 17 лет, встречался с шаровой молнией, да? И иногда имею особенную энергетику. Многим не понять. Но там в репортаже есть указано, что там прошел, все таможни прошел, все спецслужбы не пойманы прошел. В Кремле был Ленина с вещами, Таллина загорелся стол, предвидел свою катастрофу, упал самолет в Иркутске, 400 погибло, живой остался, я не полетел, имея особенные чувства, понимаете, чувства еще, да? Я 22 раза погибал, но я здесь. Поэтому я предвидел, какие будут последствия, когда президентом будет Трамп. Можете проверить. Когда через сутки Трамп выиграл, знаете, подлизываясь ко мне, люди возвращаются. Как я угадал? Люди фальшивые, не имеют своих мозгов, слушают фальшивую власть. Надо иметь мозги, надо слушать телевизию, радио и делать выводы, почему он должен быть. И он особенно поменяет весь мир, понимаете? Поменяет особенно. Он сказал, первое особенно поднимет Америку, да? Это факт. В честь этого я специально получил визу в Америку на 10 лет, постоянно. Это хорошо. Можно будет делать бизнес с Америкой. Кстати, Европейский Союз, Совет, когда выиграл выборы мой особенный единомышленник Дональд Трамп, Европейский Союз начал формировать свою армию в Евросоюзе, где он раньше был спал так долго, потому что сказал Дональд Трамп, что будем реформировать НАТО, и дороже будет стоить кое-кому, понимаете? Вот в чем дело. Вот такие дела. Пожалуйста. Поверьте, Дональд Трамп сделает не только Новую Америку, но и жестко поменяет весь мир. Я очень уверен,
покончит с экстремизмом, как он сказал. Поэтому вам сейчас даю фильм из двух частей, где была подготовка Дональда Трампа в Америке, подготовка до инаугурации, и потом короткая речь и выступление, и проводы президента Обамы где-то минут 15-20. Пожалуйста, смотрите, это показывает напрямую не прибалтийское телевидение, не российское, а именно Euronews, Euronews, европейское телевидение, где переводится специально на ваш русский язык. Всем с уважением, хорошего просмотра. Удачи, хорошего Нового года. President Carter, President Clinton, господин Робертс, господин президент Картер, господин президент Клинтон, господин президент Буш, господин президент Обама, дорогие граждане Америки и люди мира, я хочу вам сказать спасибо. We, the citizens of America, мы, граждане Соединенных Штатов, присоединились к крупнейшим усилиям по реконструкции нашей страны. Вместе мы определим путь Соединенных Штатов и всего мира на многие годы будущего. Перед нами стоят серьезные задачи, мы преодолеем сложности, и мы проделаем эту работу. Каждые 4 года мы объединяемся на этих ступенях, чтобы обеспечить мирную передачу власти. И я говорю спасибо президенту Обаме и уходящей первой леди Мишель Обаме за их поддержку в этом переходном процессе. Они были просто блестящие. Спасибо. Сегодняшняя церемония имеет особенный смысл, потому что сегодня мы не только передаем власть от одной администрации к другой или от одной партии к другой, мы также передаем власть в Вашингтоне. И поэтому мы хотим служить вам, нашим гражданам. Уже многие годы небольшая группа людей завладела многими благами, которые принадлежат нашему народу. Хотя народ не имел доступа к этим богатствам, политики становились богатыми, но были у нас фабрики и заводы, которые закрывались. Истеблишмент защищался, был защищен, но не граждане нашей страны. Их победы не были вашими победами, их триумф не был вашим триумфом. И если даже они праздновали капитали в столице нашей страны, таких же праздничных настроений не было повсюду в нашей стране, повсюду на территории нашего государства. Но все это изменится. Все это меняется прямо с этого момента. Потому что этот момент – это ваш момент. И этот момент принадлежит вам. Этот момент принадлежит каждому человеку, который находится сейчас здесь, и кто наблюдает за этой церемонией, находясь в других городах. Это ваш момент, это ваше торжество, и это торжество Соединенных Штатов, которые являются вашей страной. Что очень важно, что не какая-то одна партия руководит нашим правительством. Наше правительство руководит народ. 20 января 2017 года мы будем помнить всегда как день, когда народ стал группой людей,
которая руководит страной. Will be forgotten no longer. И забытые люди в нашей стране больше не будут забытыми. Сейчас каждый человек будет вас слушать. Вы, тысячи вас пришли сюда, чтобы принять участие в этом историческом движении, которого мир раньше не видел. И в центре этого движения ваше убеждение, что народ, то правительство существует для того, чтобы оно служило людям, чтобы у них были школы и работа. Вот это справедливые требования, сформулированные нашими гражданами, которые зачастую жили в другой совершенно реальности, в нищете в наших странах, работали на стареющих заводах и теряли работу, пользовались системой образования, в которую вкладывается большое количество денег, но которое не позволяет всем пользоваться этой системой, и люди жили в условиях преступности, наркомании, которая украла многие возможности у наших молодых людей. Но сейчас это прекратится. И прямо сейчас. Я клятву всем американцам, что я буду служить им всем. На протяжении десятилетий мы делали зарубежную промышленность богатой, в то же время наша промышленность нищала. Мы защищали границы других стран, отказываясь защищать собственные границы. Мы тратили триллионы долларов за рубежом, тогда как американская промышленность сталкивалась с проблемой сокращения рабочих мест. Другие страны процветали, а люди здесь не могли реализовать свои мечты. Никто не думал о миллионах американцев, о миллионах американских рабочих, которые теряли свои доходы, потому что они перераспределялись в других уголках Земли. И я настаиваю, это прошлое, это уже в прошлом. Мы теперь смотрим только в будущее. Мы собрались сегодня здесь, и мы сейчас совсем скоро примем указ, который услышит во всем мире, во всей нашей стране, и этот декрет сегодня будет происходить по принципу, что прежде всего Америка. Каждое решение по торговле, по налогам, по иммиграции, по внешней политике, каждое решение будет приниматься, учитывая интересы американских рабочих и их семей. Мы должны защищать наши границы против других государств, которые воруют наши рабочие места и уничтожают нашу промышленность. Protection will lead to great prosperity and strength. Защита даст возможность нам процветать. And I will never, и каждое мое дыхание, каждый удар моего сердца никогда вас не расстроит. Winning like never before. И мы, Америка, будем добиваться таких успехов,
побед, которых не добивались никогда раньше. Мы вернем рабочие места, мы вернем охрану наших границ, мы вернем наше богатство, и мы вернем нашу мечту. Мы построим новые дороги, новые аэропорты, тоннели, железные дороги. Мы будем строить повсюду в нашей стране, в нашей прекрасной стране. И мы добьемся того, чтобы наши люди могли снова найти работу, и благодаря этому, этой работе, могли реализовывать свои мечты. И мы реализуем две мечты. Покупайте американское и нанимайте американцев. Мы будем дружить с другими народами мира, но мы будем делать это, говоря очень четко, что право каждой страны в первую очередь ставить на первый взгляд их собственные интересы. Мы не будем никому навязывать наши жизненные взгляды другим, но мы будем отстаивать свое право на них. И мы добьемся того, чтобы у нас каждый мог жить комфортно. Мы разорвем предыдущие альянсы и выстроим новые. Мы будем бороться против радикального исламизма, терроризма. Мы его полностью уничтожим и сотрем с лица земли. В основе нашей политики будет лежать интересы нашей страны. Мы откроем, когда вы открываете ваши сердца патриотизму, не будет в них места предрассудкам. Библия нам говорит, до какой степени прекрасно, когда люди мира живут вместе. Мы должны говорить то, о чем мы думаем, добиваться наших интересов. Мы должны отстаивать солидарность, пытаться жить в солидарности. Когда США едины, США не могут остановиться. Никогда. И здесь не должно быть никакой боязни, никаких сомнений. Мы защищены, и мы будем всегда защищены великими людьми, мужчинами и женщинами нашей страны, нашей армии, теми, кто занимается выполнением, соблюдением законов в нашей стране. И мы будем защищены, что еще более важно, мы будем защищены Богом. We must think big and dream even bigger. И мы должны продолжать мечтать. Мы должны знать, что мы великая нация, что мы должны продолжать жить, только развиваясь. Мы не можем принимать политику бездействия, в которой мы ничего не делаем для того, чтобы разрешить проблему. The time for empty talk is over. Now arrives настало время of action. Для того, чтобы действовать. Do not allow anyone to tell you that it can. Не позвольте никому. No challenge can match the fight and spirit of America. We will not fail. Чтобы они вам говорили, что мы можем в чем-то провалиться, наша страна будет снова процветать. Мы здесь, чтобы засвидетельствовать о рождении нового тысячелетия. Мы освободим землю от нищеты. Мы придадим новую энергию промышленности завтрашнего дня. И наша страна станет еще более амбициозной, и мы преодолеем все наши различия, и мы никогда не забудем о наших солдатах, будь они черные, белые, христиане или представители других религий, мы все патриоты.
и мы будем помнить их всегда. The same glorious freedoms, and we all salute the same. Мы все отстаиваем и приветствуем наши свободы. Мы все объединяемся под нашим американским флагом. Whether a child is born in the urban sprawl of Detroit, и когда рождается ребенок в пригороде Детройта или в сельской местности Небраски, они заполняют свои сердца одной мечтой, и они объединены одной мечтой, одним Творцом столь всемогущим. Поэтому всем вам, американцам, тем, кто живут в больших городах, в маленьких, в деревнях, от одного океана до другого, в горах, на равнинах, вы никогда не будете проигнорированы. Ваш голос, ваши голоса, ваши надежды, ваши мечты будут определять нашу американскую судьбу. Ваше мужество, ваша красота, ваша любовь будет руководить нами всегда на пути, на этом пути. Мы вместе сделаем так, что Америка снова будет сильной. Мы сделаем снова так, что Америка будет богатой. Мы сделаем так, что снова Америка будет гордой и уверенной. И мы снова сделаем так, что Америка будет снова великой. Спасибо всем, и да поможет вам Бог, и да поможет Бог Америке. Итак, Дональд Трамп выступил с речью, которую ожидают очень многие, и он, в частности, пообещал масштабные инвестиции в инфраструктуру страны, пообещал вернуть американцам рабочие места и охрану границ, призвал покупать американское и нанимать на работу американцев. Он также заявил, что Америка будет дружить с другими странами, но в первую очередь всегда отстаивает свои интересы и взгляды. Призвал американцев открыть сердце патриотизму. Пообещал вернуть народу американскую мечту и заявил, что время пустой болтовни закончено и наступило время действовать. Дональд Трамп также пообещал уничтожить, стереть с лица земли радикальный терроризм. Reverend Franklin Graham and Bishop Wayne T. Jackson to provide readings and the benediction. Ну а сейчас выступят представители других религиозных течений иудаизма. Мы сейчас предложим вашему вниманию снова прослушать инаугурационную речь Дональда Трампа.